Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать о 44-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая продолжается и подходит к концу в эти дни в индийском Ченнаи. Хотя сегодня был день весьма значимый, определяющий, я бы так сказал, так как и на женском, и на мужском турнире проходили стыковые матчи, от исхода которых зависело очень многое, начну все же соревнования мужчин. Ну и в первую очередь, конечно же, нас интересовали два матча. Это матч между единоличными лидерами, сборной командой Армении, сенсационно лидирующей, и одним из их главных конкурентов, первой командой Индии. Ну а кроме того, конечно же, я думаю, даже не меньшее внимание привлекал поединок сборных команд США и Индии 2. То есть сборные команды Индии и первая, и вторая, отчасти и третья, но первая и вторая вообще, так сказать, они словно бы конкурируют между собой, задают тон, и непонятно вообще сейчас, кто из них на данном турнире сильнее. Так вот, после вчерашней неудачи, провала, очень досадного для американцев, когда они могли, выиграв последнюю партию на четвертой доске, опередить команду Армении и единолично возглавить турнирную таблицу, но после того, как произошло нечто весьма неожиданное, Сэм Шенклин сдался или там проиграл в ничейной позиции, где он имел форсированный вечный шаг, и в результате сборная команды США не смогла выиграть этот матч и перехватить лидерство у сборной команды Армении. Армяне сохранили это лидерство, а сборная команды США, конечно же, пребывала в расстроенных чувствах, и я думаю, что ее морально-психологическое состояние в чем-то было созвучно тому, которое хорошо знакомо сверхмощным сборным командам России во второй половине нулевых годов и в начале десятых годов этого века, когда, несмотря на совершенно ломовые составы, сборная команда России никак не могла выиграть Всемирную шахматную олимпиаду, а последний такой успех датирован 2002 годом. Ну вот, для Соединенных Штатов это все в диковинку, все-таки как-никак на олимпиаде в Баку с первой попытки, когда за команду США выступало три супергроссмейстера. А сейчас таких супергроссмейстеров вообще-то потенциально 5 у американцев, причем один из них Хикару Накамура не приехал. Так вот, тогда в Баку с первой попытки сборная команды Соединенных Штатов, пусть в упорной борьбе, смогла выиграть Олимпиаду. И им, наверное, казалось, что так будет продолжаться и дальше. Ну а через 2 года уже в Батуми поделила американская сборная первое место со сборной Китая, уступила по добродетельным показателям, хотя перед последним туром у американцев были чуточку более высокие этот самый коэффициент зоны Борна-Бергера, но тем не менее, китайцы тогда выиграли по дополнительным показателям, но ощущение было, я думаю, американцев такое, что, конечно, первое место при случае мы могли бы и не занять, но заняли второе, причем имели все шансы на первое, а провалиться мы, в принципе, не можем. Ну вот, проигрыш сборной команде, не проигрыш, а ничья команды равносильные проигрышу сборной команде Армении, в чем-то равносильные, психологически равносильные проигрышу в сборной команде Армении в предыдущем туре, я думаю, вышибла во многом американцев из седла. И, в общем, что из этого получилось, мы увидели сегодня. Начну с партии лидера американской команды Фабиана Каруаны с индийским лидером второй сборной Букишем. Я вот не знаю, даже на всех сайтах отсутствует его точное имя, я его решил не воспроизводить. Вероятно, такое труднопроизносимое, но бог его знает. Ладно. Куруана, Букиш. Фабиано Каруана сделал ход с е2 на е4, на что последовало c7, c5, конь f3, конь c6 и слон b5. Легко было предсказать, я думаю, что в ответ на сицилианскую защиту с ходом конь c6 Фабиано сделает этот ход. Ход ему не то чтобы служил верой и правдой, поскольку как раз в поединке против Магнуса Карлсена, давнишнем матче на первенстве мира, как раз ходом слон b5 после хода слон b5 ничего Фабиано Каруана не добивался. В первую партию вообще он должен объективно был проиграть, но спасся. В дальнейшем он ни разу, по сути дела, в матче не имел никаких трудностей ни в одной из партий в классической части этого поединка. Проиграл, напомню, тогда он Магнусу Карлсену лишь тайбрейк. Проиграл, конечно, с огромным преимуществом Магнуса со счетом 3-0. В рапид, в быстрые шахматы тогда выиграл Магнус, но в классические шахматы ни в чем не уступал Фабиано. Тем не менее, ход слон b5 ему никаких особых лавров тогда не принес. И вот что. g7, g6, рокировка, слон g7, удар на c6. Удар на c6, в общем, довольно разумное для белых решение. И черные берут пешкой b. Так поступает Букиш. На что, конечно, белые немножко по-другому трактуют эту позицию. Не играют там, типа h3, чтобы не пустить слона на g4. И какое-то лавирование медленное. А пытаются то ли захватить центр, то ли, во всяком случае, препятствовать развитию соперника нормального. Белых есть план естественный. c3 и d4. Но черные играют d6 и
Е5 в этот момент играет Фабиано Каруана, хотя, честно говоря, ну, c23 ход более нормальный, более такой традиционный, классический здесь. И вот после, например, конь f6, лучи конь f6, d4, все-таки считается, что вот эти структуры, если до них дело доходит, у белых получше. Можно, конечно, здесь подорвать немедленно центр белых, но белые могут начать завязать напряжение в центре, у них все-таки получше. Я не знаю, я не хочу вдаваться в какие-то подробности. Разумеется, c23 партию не выигрывает, но легкий плюс белым приносит, а ход e5 более амбициозный, то есть препятствует белые таким образом продвижению черных e7 и e5, коль скоро черные сразу не сыграли вот здесь e7 и e5, а сыграли d6, то мы, то есть белые, играем e5, жертвуем эту пешку, а затем играем d2, d3, но черные тут же, пользуясь моментом, отвечают c5, c4, потому что иначе белые действительно заиграли бы на блокаду по белым полям. Если подкрепить пешку, стоящую на e5 с помощью f7 и f6, то у белых будет огромная компенсация позиционная за эту самую пожертвованную пешку, к чему, конечно, Фабиано Каруана был полностью готов. Готов ли он столь же полностью был в ходу c4, сказать трудно, но все равно чуть-чуть лучше у белых остается. Пока что лишняя пешка у черных, но они играют конь h6, потому что иначе закончить развитие без большого ущерба для себя трудно. Ну, если сыграть, например, e6, то ослабнут поля e6 и f6, черные поля, и белые могут попытаться вторгнуться туда конем. А если конь f6, то пешка e5 будет взята сразу. Но в случае хода конь h6, конь, конечно, выходит куда надо, на хорошую для себя позицию, на позицию на f5, но белые располагают возможностью конь бьет e5, в случае слон e5 подвисается конь на h6. Ну, конь f5, ладно, слон f4, ферзь b7, конь h4, f7, f6, конь f3, рокировка и d4. Но в этот момент мне показалось, что Фабиано добился своего, выиграл дебютное сражение. У белых заметный плюс, это действительно так, у белых заметный плюс. То есть все их фигуры расположены как надо, e7 e5 не идет, слон g7 забит ходом f7 f6, а конь белых с h4 постепенно, не сразу, чтобы не отдавать пешку b2, устремится на поле c5. Ну, было сыграно g5. Оказывается, у черных есть свои козыри, во всяком случае, какие-то свои задумки. Так поступает Гукиш, молодой совсем индийский шахматист, слон h2 и h5 с идеей g5, g4 сразу или постепенно. Сразу или постепенно, вопрос неоднозначный. И играет Фабиано Каруана ладья e4, может быть, он зря так поступил, может быть, стоило включить ход конь c5, отдать пешку b2 в данном случае, поскольку поле e6 в распоряжении белого коня поступает, вопрос неоднозначный. Ну, решил очень академично, максимально академично, спокойно, хладнокровно действовать в этой партии Фабиано Каруана. Играет он ладья e4, препятствуя продвижению g5, g4, и пока не определяется, поскольку вроде бы ход конь c5 никуда не уйдет. Но черный ферзь устремляется на d5, он туда перейдет, в том случае, если белые сыграют конь c5. Но белые не торопятся, ферзь c2, по-прежнему получше у Фабиано Каруана, но насколько лучше сказать трудно. То есть, опять же, по итогам дебюта, даже сейчас, ну, неточность ход ладья e4 или не неточность со стороны Фабиано Каруана я не возьму судить. Наши электронные друзья советуют играть конь c5, жертвую пешку, поверим им, здесь все равно у белых получше. Ферзь e2, ферзь d5. Ферзь занял это поле без, так сказать, дополнительного побуждения, приглашения. Конь c5 белые не сыграли. Ну и конь может вернуться поэтому на c3, согнать черного ферзя. Ферзь отступает. Ну, в случае хода конь h4, конечно, мы черные ответили ферзь d5, соглашаясь на ничью с удовольствием. Но белые усиливают позицию, пытаются усилить. Ферзь идет на c4, ферзь b7 и b2, b4, пытаясь начать наступление на ферзевом фланге. Вот я думаю, что здесь и внешнее такое впечатление от позиции. Белые расположены вроде бы гораздо гармоничнее, гораздо активнее. И то обстоятельство, что все-таки напротив него сидит, ну, мальчик, не мальчик, но совсем молодой шахматист. Я просто с точки зрения Фабиано Каруана рассуждаю. Да и вообще хотелось отыграться, хотелось сыграть порезче. И досада от того, что с командой, с ним лично происходило раньше, очень много потерял пунктов к этому моменту Фабиано Каруана. Пунктов рейтинга имеется в виду. Он играет b4, существенным образом ослабляется, и после этого у черных уже хорошо. Вот это неожиданное обстоятельство, неочевидное, вот глядя на рисунок позиций. Белые не должны были разбрасываться, играть по всей площадке, потому что теперь спокойный ход e6, ладья b1, и черный отводит ферзя, готовясь постепенно начинать какую-то контр-игру. То есть по центру, по линии e, белые проломить оборону соперника не могут, нигде проявить свою активность фактически тоже не могут сейчас, без ущерба для себя. А у черных все крепко, хотя внешне выглядит немножко неуклюже их расположение. Ладья e1, ладья возвращается назад, все-таки цепляясь к пешке e6, ферзь отступает на b7, опять же, хотите повторить позицию, пожалуйста. Ладья b1, ладья идет не на c1, на b1 на этот раз. Ферзь d7, a2, a3, спокойный такой ход, и ответ черных опять. То есть вот как-то, с одной стороны, Фабиано Каруана очевидно, он уже осознал, что что-то немножко он не то сделал, это мое, так сказать, мое оценочное суждение. А с другой стороны, он, конечно же, хотел во что бы то ни стало играть на выигрыш, он первая доска, он играет белыми, важнейшие матчи, вообще надо не подводить команду, а наоборот, помочь ей. И вот он сыграл вот так, допустил опять, и здесь у черных лучше.
вот незаметно как-то спокойные, спокойные, тихие, пассивные внешне, неактивные, в всяком случае, ходы делает Гукиш. И у черных здесь лучше, причем заметно лучше. У них плюс, хотя белые заняли поле c5, атаковали пешку, стоящую на поле e6. Но ферзь d5, предлагая ферзями поменяться, разумеется, на этом поле размен сейчас белых не устраивает. И вот эта позиция уже после неосторожного еще, совсем уж излишне оптимистичного хода конь c5, у белых просто трудная. Вот так вот неожиданно позиция стала трудная. Фабиано Каруана решила отдать пешку, ну какую-то активность проявить. Ладья d1. Можно ли, скажем, вопрос такой, можно ли взять на e6? Вот кажется, что можно забрать пешку, которая не защищена. Ну тогда слон h6 сокрушает оборону белых неожиданным образом. Почему? Потому что нужно куда-то отступить, а неважно куда, и черный слон проникает на поле d3, атакуя одновременно обе ладьи. Тоже не лежал на поверхности этот маневр, слон h6 и слон d3, когда вроде бы на коне e6 надо брать на e6 или как-то связывать этого коня, что-то против этого делать, там ничего не получается у черных. Но вот еще раз напомню, после такого маневра с переводом слона на d3, черные выигрывают качество без реальной компенсации со стороны белых. Поэтому ладья d1 и ответ черных ладья a7. Что произошло на доске? Черные захватили инициативу на фланге. Пешка на e6 по-прежнему висит, но белые играют g4. Можно ли было сейчас сыграть вот так? Здесь уже того, что раньше было, не проходит. Но здесь неприятен ход ладья a1, перенапрягающий белых. То есть, что угрожает? Угрожает взятие на d1 и взятие на e4. Более того, если даже какой-то размен произойдет, а ладья на e4 будет защищена, то подвесим конь на e6. Ну, в случае конь e8, ладья бьет d1 и ферзь бьет e4. Это понятно. А что можно или нельзя сделать еще? Ну, скажем, можно пожертвовать фигуру некорректно. То есть, может быть, это лучший шанс, но он не спасает. А если, скажем, взять, ладья бьет А1 и отступить конем на Е1, тогда, проще всего взять на Е6 здесь. Это выигрывает сразу, и потом нанести такой вот удар. То есть, совсем просто. И можно ли там атаковать, например, попытаться спастись каким-то таким образом? Вроде бы какая-то защита есть на взятие на e6, взятие на 1, бить на e1 нельзя из-за ладья, бьет e1, но ферзь опять сокрушает оборону соперника, потому что ладья защищена черных, конь на e1 атакован, и ладья на e6 по-прежнему под ударом. То есть ничего вы здесь не сделаете, а в случае хода ферзь бьет d4, коня оставили под ударом, ну получается мат. Можно даже элегантно отдать ферзя и поставить мат вот не ферзем, а ладьей вот таким вот образом. Такая вот неприятность. Ну, конь бьет e6 не годится, убедились мы в этом. g4 сыграл Фабиано Каруана, пытаясь проявить какую-то активность. То теперь конь h6, и позиция белых оказалась не просто нехорошей, а совсем плохой. То есть белые перенапряглись, их фигуры под атакой, черные вот-вот выскочат, выпрыгнут, глаза выпучат и полетят, как клочки по закоулочкам. Как они это будут делать конкретно, пока еще не до конца ясно. И ладья a1 есть идея, в ряде вариантов идея ладья бьет f3 появляется, слон бьет c5, ну, в зависимости от того, как будут действовать белые. Белые действуют вот так, слон g3 чуть-чуть подтягивает слона, чуть-чуть укрепляет позицию, тогда e5. Ну, собственно, эта идея, которую я не упомянул, тоже витает в воздухе, она основная идея контратаки черных, потому что центр белых разваливается, пешка на g4 висит, слон белопольный, который стоял в засаде, в каком-то пассиве, входит в игру, ну, конь e5, это уже отчаяние, потому что, а что делать? Бить-то на e5 пешкой нельзя, на c5 висит, слон бьет g4, угроза. То есть попытка проявить активность, эта активность была бы более-менее ничего, если бы черные были обязаны отступить ферзем, тогда ферзь ладья бьет g5 шах. Ну, в распоряжении Гукиша находится удар слон бьет g4, а темп, что называется, атакуя белого ферзя, что делать? Взять на d5, взять на e2, ну, взять на g5, там, может быть, даже подменяли ладьи после ладья g7, легко выигрышная позиция с лишней фигурой у черных. Ферзь d2 сыграл Фабиано Каруана, пытаясь все-таки сделать ставку на взятие на g5 с атакой. Ну, ферзь f3, ладья бьет g5, пожалуйста, ферзь бьет g5 ничего не давала, потому что если ферзь g5, ну, давайте я сделаю этот ход, там ведь на e1 еще ладья висит, на d1 висит еще ладья, поэтому можно просто сыграть ладья g7, и это еще хуже, чем то, что происходило в другом варианте, который мы сейчас увидим. То есть куда, отступить что ли? Ну, давайте отступим. Если на h6 взять, тогда на d1 висит, я напомню. Отступили назад, ну, сыграли слон h3 и замотовали белых на поле g2. Просто вот так тихими ходами, но замотовали сразу. Ну, ладья g5 было сыграно. Так поступил Фабиано Каруана. Ладья g7, ладья e1, слон h3, угрожает мат на g2. От этого мата, конечно, защититься несложно с помощью хода слон d6. Какое-то перенапряжение, ну, собственно, дорог хороший совет белым в любом случае. Ну, скажем, слон e5 попытаться альтернативно как-то сыграть, чтобы не подставлять слона под удар. Тогда конь g4 крайне неприятно и угрожает ферзь g2 мат, и от этой угрозы уже теперь нет защиты никакой. Можно ударить на g7, размен, но мат на g2 получится. Слон d6 вроде чуть-чуть как-то не то что облегчает, отстрачивает все это дело.
Но слон бьет d6, сыграл здесь просто гукиш. Взятие, взятие. Ферзь d6, король h7, шахов нет. Шахов нет, фигуры нет. Конь e4, пытающийся что-то сделать с помощью коня. Ферзь бьет e4, элегантный удар, который подвел точку в этой партии. Потому что в случае ладья бьет e4, черные идут шах с a1 и заматывают белого короля. Ну вот такой разгром, которому был подвергся в этой партии. Очень, на мой взгляд, конечно же, важный, определяющий. И то, что стала изменяться ситуация на доске в этом поединке, крайне было неприятно для всей американской команды. Вот я, оказывается, здесь титры-то не набрал. Нет? Да, не набрал титры. Сейчас я... Нет, правильно все с титрами у меня. Да. Все правильно с титрами, а ты уже распереживался. Итак. На второй и третьих досках в партиях Левона Роняна и Весли Соу ничего сверхоригинального не происходило. Они проходили достаточно спокойно. Ну, Левон черными защищался. Весли Соу белыми не поставил никаких особых проблем. Получилось две ничьих. Но эти ничьи были зафиксированы в тот момент, когда еще у Фабиана Каруана было совсем неплохо. И было совсем неплохо. Вполне нормально у Лидера Домингеса партия на четвертой доске. Но мы мысленно уже знаем сейчас, во время показа этого, во время рассмотрения этого матча ретроспективного, что счет как бы 2-1 в пользу команды второй команды Индии в матче с США. И вот Линьер Домингес, который выступал до сих пор на этом турнире очень неплохо, не подводил команду, набирал очки в важнейших матчах, приносил победы, там спасал от поражений коллектив. Вот он играет с Равнаком Садвани. Что в этом партии, что в этом поединке происходило, как развивалась борьба? Садвани сделал ход всегда на e4. Лидер Домингес ответил сицилианской защитой, d6, d4, взятие, взятие и a7, a6, то есть предложение помериться силами в системе Найбер. Слон e3, и английская система, e5 играет Домингес, никаких там конь g4, что могло бы привести к повторению позиции, не надо, играем сразу e5, не хотим даже символически повторять позицию два раза, играем вот так, вот слон e6, f2, f3, h7, h5. Но я вот уже как-то упоминал, что вот в последнее время ход h7, h5 пользуется популярностью, поскольку если белые проведут g2, g4, то у них неплохо. И сам Домингес белыми неоднократно, и Фабиано Каруана тоже, кстати, показывал, демонстрировал, что вот если g4 черные пропускают, допускают, то позиция все-таки скорее в пользу белых, чем что-то еще. h5 пресекают эту идею на корню, но с другой стороны ослабляет прикрытие черного короля на случай, если они уйдут в короткую сторону. Ферзь d2, конь d7, длинная рокировка, слон e7, король b1, ладья c8 и слон d3. Черные играют b7, b5. Ну ничего оригинального, неожиданного, вообще нового, концептуального или даже в плане конкретных вариантов на доске не происходит. Черные проявляют активность, b5, b4 подумывают сыграть, g2, g4 белые не могут. Но с рокировкой у черных могут некоторые проблемы возникнуть, поэтому белые скорее станет получше. Вот они играют h3 с идеей провести g4, и черные фиксируют пешки белых на королевском фланге с помощью h5, h4, но теперь белая ладья идет в центр. В чем смысл для белых включения ходов h3, h4? Вроде бы это в пользу черных. А дело в том, что h3 ход полезный для белых в контексте проведения f3, f4, поле g4 будет недоступно для черных фигур, ни для коня, ни для слона. То есть, коль скоро белые уже осознали и там смирились с тем, что на королевском фланге у них атаки никакой не будет, но они могут заиграть по линии f, заиграть по центру с помощью f3, f4. Рокировка. Ладья же один. Вот черные сделали рокировку, и белые уже меняют тоже направление своего главного удара. Отказались они от хода f2, f3, f4. Коль скоро черные подставились, ну в каком-то смысле подставились, сыграв 0-0. И они играют ладья же один, чтобы затем отвести коня назад, разумеется. d5 черные проводят, все у них вроде бы хорошо. И g2, g3 вскрывая линию g. Ситуация неоднозначная на доске, и вообще не факт, нужно ли белым было играть g3. Хотя, конечно, ход идейный. Ну, осуждать его или там обсуждать даже, надо ли это делать, я не буду. Логичное решение. Взятие на e4, взятие на e4. И а6 опять играет Линьер Домингес. И вроде бы все у него неплохо. Правда, белые берут на h4. Король h8, чтобы чего не вышло на поле g7. Там слон h6 угроза была. Ладья g5. Белые вбрасывают свои фигуры вперед. А4 играет здесь Линьер Домингес. И вот это, понимаете, вот до сих пор я как-то так обезличенно слегка. Вот так, с точки зрения стороннего наблюдателя, отстраненным взглядом все это комментировал. А здесь вот надо бы более не то чтобы эмоционально, а более конкретно порассуждать. Дело в том, что у черных был ход конь h7. Вот такой вот ход конь h7,
Зачем? Чтобы вычислить радью, чтобы она не могла идти на H5. Если она уйдет назад, то она, значит, лишится значительной части или существенной части своего атакующего потенциала. А если радья H5, то неприятно, разумеется, ну и G6 неприятно. Вот, может быть, надо играть конь F6, я сейчас думаю. Да, на E5 я зеваю пешку, да, не надо. G6 тогда. G6 надо сыграть. Ладья H6 и теперь уже H4. Хитрость в чем состоит? Вот вроде бы, ну зачем, пропустили ладью на H6 на активную позицию и так, а тут А4. Ну я думаю, что сделал ход А4 линейный намек с чувством глубокого удовлетворения. Делал, потому что конь атакован, конь отступит, черный разобьет сильнейшую атаку. Но оказывается, в распоряжении белых есть удивительный ресурс, а именно ход конь Б на D4 под удар. И этот ход был сделан индийским шахматистом, молодым тоже. После чего оказывается, что у белых хорошо, а не у черных. То есть слон черных атакован, слон стоящий на E6, конь пошел в центр, а бить его очень опасно. Я не буду сейчас рассуждать или показывать варианты, которые могли бы возникнуть после или в случае взятия на D4. Собственно, взятие это было сделано, да, разумеется, выбора особого нет. Я извиняюсь, чуть-чуть дальше вот, то рассуждение, которое может быть, я пропускаю. Ладья G8 играет здесь линейный Домингес. Белые позиционно пожертвовали фигуру, но у них ожили оба слона. Слон с Е3 вышел на D4 на ударную позицию. Слон D3 готов тоже подключиться к атаке в целом ряде вариантов. Если черный король пойдет на H7 или коня там на H7 занесет нелегкое черных, а белые отдадут что-нибудь на этом поле, потом сыграют Е5. То есть оба слона потенциально, один в явном виде, а другой потенциально очень активен, атакер позиции соперника. Все фигуры, и конь в том числе, и ладья, и ферзь могут быть включены к атаке. И атака эта у белых очень сильна, и перевес у белых, а не у черных здесь. Вот неосторожный ход А4, недооценив, при котором черные недооценили идею жертвы фигуры позиционной конь D4, привел к таким изменениям. Ладья идет на поле G1, конь F8, защищаясь из последних сил, и слон бьет F6, вот такой вот удар, совершенно верное решение. Надо бить пешкой, то есть надо бить слоном, пешкой нельзя взять, потому что на G8 ладья висит. Теперь ладья H5, что здесь важно отметить, что вот белые отдали своего слона чернопольного, вроде бы такой сильный грозный слон, но теперь в случае E4 E5 второй слот белых, стоящий на D3, подключается к атаке. И вот E4 E5 белые играют, слот включился, то, о чем я говорил, проявило себя в полной мере, конь на H7 атакован, надо играть G7 G6, белые играют ферзь H6, возглавляя угрозу, бить на H5 нельзя, ферзь бьет H7 мат, GH, ферзь бьет H7 мат, откроется слон D3, ладья G7 единственный ход, взяли пешку, взяли на F6, и возникает вот такая вот позиция. То есть острая фаза, или такой фрагмент острой в этой партии завершился, возникла вот такая интереснейшая позиция, и B4, B3 играет здесь Леонид Домингес, но это он сделать обязан, если просто так отдать пешку B4, будет совсем плохо у черных. Сейчас у белых лишняя пешка. Какая-то инициатива у белых на королевском фланге сохранилась, не очень грозная, не очень серьезная, но пешка лишняя, и все фигуры белых по-прежнему расположены неплохо. То есть за счет лишней пешки белые имеют перевес. То есть надо отдать еще немножко материала, вот так вот. Без двух пешек черные играют, но у белых 4 изолированные пешки, сдвоенно изолированные такие. А у черных, ну, вполне нормальные пешки. С другой стороны, пешка H может сказать свое веское слово, где-то продвинувшись до поля H5, ну, постепенно, не сразу. Слон D7 пока что черные играют, атакуют белую ладью, и ладья B4, видимо, не совсем точное решение. Сильнее было ладья A5. Вот это удивительная штука. То есть ладья на A5 почему стоит хорошо? Она, во-первых, продолжает контролировать пятый ряд. Это очень важно в целом ряде вариантов. Например, слон F5 черные пойти не могут. Ну, иногда на H5 белая ладья уходит. И G5 иногда черные не могут сыграть. Но это все, так сказать, какое-то отвлеченное рассуждение. Но главное, или не менее важное обстоятельство, что линию А белая ладья заняла. Например, на линию А белый король может спокойно эвакуироваться. При короле на А2 там, и переводе слона на C4 вполне надежно будет себя чувствовать пешка B3. Ну вот не стал так играть. Объективно ход ладья А5 это не самый очевидный факт. Был посильнее. После ладья B4 черные играют слон F5, осуществляют вот это упрощение. Все равно у белых лучше. Безусловно, лучше. И, в общем-то, даже утверждать, что ладья B4 какая-то ошибка, я не могу. Но вот здесь белые должны были сыграть ферзь E4 спокойно. Наверное, не боялся индийский шахматист не выиграть после этого партию. Две лишние пешки есть, пешки слабы. Но выиграли, это же не факт, так навскидку. Пешки B вроде как их две, но они в чем-то эквивалентны одной. На самом деле у белых довольно приличное преимущество в окончании. Если, например, ладья E8, то конь C3. И не уступаем, играя белыми, ничего. Все-таки пешки хоть изолированные, но пешки B проходные. Ну и белые легче двигают эти пешки, поскольку их фигуры как раз в большинстве своем сконцентрированы на ферзевом фланге. А было сыграно король A1. Ну и после этого ситуация становится
Неясно. Начинается игра на 3 результата. Такое первое впечатление. Конь f6. У черных неплохая контр-игра. Конь c3. Ладья d8. Ферзь e3. Ну, король g7. Здесь черные вообще стоят не хуже. То есть они консолидировались. Ладьи встали на нужные позиции. Характер борьбы остался миттельшпильным. Уже пешки b проходные не играют большой роли. Ферзи на доске. Черный ферзь выглядит лучше белого. Скорее черный атакует, чем белый. Таково впечатление. Ладья f4. Ферзь опять шах. Конь А4, белые перегруппировались. Наверное, не совсем точно здесь черные сыграли, но вот следующий ход это уже ни в какие ворота не лезет. То есть весь маневр, вот начатый здесь черными, ферзь А5 и так далее, лучше было сыграть ладья А8, сразу скажу. И вот после этого хода черные стояли не хуже. Ну, позиция около равенства. То есть лучший ход за белых это ладья А4, тогда ферзь С2. У черных активности, у белых активности нет. А если конь А4, может возникнуть вопрос. Ну, тогда ладья Д3. Вот здесь ладья Д3 в этом случае, и у черных просто перевес. Надо вроде как брать, взять, и висит пешка на b3. Ну что делать, ладья b5 надо играть. И тогда можно начать забирать пешки белых. Ладья бьет h3, висит пешка на h3. У белых какие-то сдвоенные пешки, еще на связанные проходные. То есть ход ладья a8 сохранял позицию примерно равной. Ход конь a4 нехорош, надо играть ладья a4, тогда ферзь c2 с контр-игрой. Но вместо этого Леньер Домингес, многоопытный Леньер Домингес, очень сильный гроссмейстер, представитель мировой шахматной элиты, у него рейтинг за 2750, делает ход ферзь А5, конь А4 и тут же конь Д5. Вообще вот трудно понять, чем руководствовался Леньер, играя таким образом. Может быть, он рассчитывал только на ход ферзь Д4 шах. А следует ферзь Е5 шах. И затем ладья Д4. И вот сразу, вот после этого зевка, просмотра, непостижимой ошибки черных, что оказалось? Что конь d5 смертельно связан, уйти он не может, висит ферзь. Следующий ход белых ладья d1, конь будет завязан совсем насмерть и выигран. То есть черные просто фактически подставили, ну ладья c5 можно играть, конем брать ладью нельзя, конь связан, ну ладья d1 висит конь, забрать его пока нельзя. Ну что, f6 уже с горя, ферзь e4 висит на g6. Ферзь бьет g6, и вот так. Все, партия закончилась. Закончилась победой. Победой индийского шахматиста. И это, в общем, был последний гвоздь в крышку гроба американской команде. Как минимум в этом туре, в этом матче, а может быть и на Олимпиаде в целом. Потому что после этого стало понятно, что и команда Индии 2 решительно выходит вперед, и одна из двух команд, или Армении и Индии 1, уходит в отрыв. Ну и вообще игра у американской сборной, сверхмощной американской сборной, которая намного опережает всех своих конкурентов, просто откровенно разладилась. Ну давайте я подведу итоги этого матча. Итоги матча вот такие. 3-1 в пользу команды Индия 2. Фабиано Каруана уступил Гутишу. Две ничьих, без особых приключений. В поединках Левона Ромяна с Арином Нихалом и Весли Со с Рамеш Бабу Праги. Я вот пишу Рамеш Бабу Праги, хотя, как правило, сейчас пишут просто R вместо Рамеш Бабу. И не Сал, а не имя, не первую часть фамилии, там, скажем, Праги. А сама фамилия у него не Праги, а очень длинная индийская, такая действительно труднопроизносимая буквосочетание. Поэтому звукосочетание, поэтому все-таки я не решился, следуя совету Виши Ананда, называю его просто Праги. Ну и Леньер Домингес проиграл Раунаку Сатвяне, после чего 3-1 в пользу команды Индии 2, которая, ну, кроме всего прочего, имеет и еще более увеличила свой великолепный, блистательный, совершенно дополнительный показатель. Ну, напомню, что... Нет, не вот этот матч, вот этот матч. Что лидерами турнира были перед началом тура шахматисты Армении, которые встречались с командой Индии 1. По идее, Индия 1 вроде смотрелась получше по рейтингам и так далее, получше, чем Армения. Но Армения так здорово играет, и кроме того, все шахматисты очень плотные, что утверждать, будто бы в этом матче фаворитом является команда Индии 1, я бы не решился. Ну и, в общем, вот давайте посмотрим, что получилось, точнее сказать, что как проходила борьба в партии, которая определяла очень-очень многое, а именно в партии между Габриэлем Саркисяном и Пенталой Харикришной, поскольку три партии других соперники играли очень сдержанно и закончились они ничью без особых приключений, кое-что там было, но три ничьи. И вот в какой-то момент осталась одна единственная партия Габриэля Саркисяна, лидера армянской команды, против Пенталы Харикришны, очень неизвестного сильного индийского гроссмейстера. Вот такая позиция и такой эншпиль возник. Итак, 1.5 на 1.5 в этом матче. И
И Эншпиль с легким плюсом у Габриэля Саркисяна. Причем, опять же, ничего зрелищного по дебюту не было. Так поддавливался Габриэль Саркисян, отплевывался Финтала Хари Кришна. В принципе, понятно, что позиция не должна выигрываться белыми, потому что прорваться практически невозможно, если черные просто стоят на месте спокойно. Но стоять на месте неприятно. Вот это уже 40-й ход, то есть много ходов сделано до этого. Белые не торопятся, слон f6. И вот какой-то момент, вы увидели момент, вот этот момент, не выдержала, не вынесла душа поэта. Стоять на месте стало Пентале Хари Кришна тягостно в психологическом отношении. Наверное, сильнее было просто сыграть с королем слон e7 и продолжать ждать. Непонятно, как белыми прорваться. Скорее всего, прорваться невозможно, позиция ничейная, хотя у белых получше и черным играть противно. Е5. Пытаясь изменить характер борьбы, но после этого хода, после хода Е6, Е5, что происходит? Ослабляются черные, скрывают белых слонов. И белые слоны, которые были нейтрализованы во многом вот этим чистоколом пешек, пешечных цепей, чуть-чуть оживают. Слон f6, не торопится Габриэль Саркисян, слон f8, король f3, то есть уже какие-то возможности, скажем, прорваться на d5 королем. Ну, ощущение такое, что, или впечатление такое, что это малоэффективно, хотя бы причине конь e7 шах, правда, надо тогда считаться с ударом слон e8, но там свои козыри у черных есть, они могут ценой одной пешки поменять вторую пешку на фланге, если будет все-таки по большому счету ничья. Но с другой стороны, все-таки есть другая возможность, конечно. На король d5 можно конь b4 шах сыграть. Но тем не менее, вот даже размены какие-то, связанные с конь e7, в такой редакции для черных небезопасны, поскольку там слон e8, заезд за пешками на королевского фланга вторым слоном белым может быть осуществлен. Слон f8, ладно. Слон идет назад, поскольку на король d5 конь b4. Сейчас вроде король d5 полную угрозу. Конь b4, тогда возьмем от слон e8, а конь e7 подвесим пешка на c5. То есть полуугроза есть, и ее парирует черный, сыграет король d6, слон f6, король отступает назад, теперь на король d5 конь b4 и f5, то есть белые еще более открывают позицию, правда, ценой пешечных разменов, что как будто бы должно в конечном счете привести к ничьей. Ну, маленькая ловушка. Король стал на e6, слон d1, бить на c4 нельзя, за слон b3 конь будет связан и потеряется. Ладно, играем вот таким вот образом. Слон белых отступает, начинаются мне маневры. На самом деле позиция по-прежнему ничья, но такая тревожная для черных ничья. И вот болельщики армянской сборной, которых довольно много на сайте Chess.pro оказалось, они как-то вот переживали, сможет, не сможет здесь вот как-то Габриэль Саркисян выиграть партию. В результате тогда бы сборная команды Армении сохранила лидерство. Но пока что не похоже, чтобы это было возможно. Хотя лучше, конечно же, у белых, а черными защищаться нелегко, неприятно. Вот такие маневры. Опять же, усилить позицию, видимо, нельзя объективно. Размен на b4 – это мертвая ничья. Здесь черные встали, такой вот пассив. Но что делать? Такая уж позиция. То есть ощущение у меня было полное, что партия закончится в ничью. Конечно, понятно, что Габриэль Саркисян много ходов сделает. Вот он же 6. Начал скрывать позицию еще дальше. Поменялись все пешки на фланге королевском. На ферзе остались какие-то другие пешки. Правда, они уязвимы. И, в принципе, их белые могут при даже не очень хитрой игре выиграть. Но выигрыш ли это партии? Вот в чем вопрос. И сейчас мы увидим, что не всегда это выигрыш партии, и при аккуратной защите черных это, как ни странно, даже без двух пешек, ничья. Ну вот слон c2, то есть подпирается постепенно белые к пешкам, королем и слоном, они отбросили белые черного короля на поле g7. Ясно, что шансы на победу есть, и шансы немалые. Но вот слон d6, слон идет на d3, на e3, извиняюсь, такой повтор, белый король плечом вытесняет своего черного коллегу, мечтает зайти за пешкой c5, возможности для этого какие? Или завести слона на a7 и поставить короля на d6 и забрать эту пешку. Но выигрыш этой пешки, еще раз повторюсь, это не всегда выигрыш партии. Как правило, даже не выигрыш партии, вокруг этого как раз крутится дальнейшая борьба, во многом носящая психологический характер. Мы сейчас увидим, что к чему, я вам покажу это. То есть вот такие маневры, конь a2. Слон e4, слон d4, слон идет на поле f8. Здесь в чем хитрость? Ну, можно было сыграть король f7. Там, как играть? Если слон d6, повтор позиции. Если слон h6, тогда конь c3. И вот как-то вот так стоять. То есть, это альтернатива, наверное, примерно эквивалентная тому, что мы видели. Конь c3. Слон c2. Теперь можно снова было сыграть король f7 и защищаться спокойным образом. Но было сыграно конь a2. Тоже не проигрывает партию, прямо скажем. Но вот здесь уже, вот здесь черные должны были сделать удивительный по своей парадоксальности ход. Вот то, что они сделали, ход конь b4, это ход проигрывающий. А ход a5 давал ничью. Хитрость в чем? Что если взять на c5, это самое, может быть, тонкое обстоятельство, то, несмотря на то, что вроде бы белые легко отбирают пешку a5, но черные в этом случае успевают соорудить блокаду. То есть они стоят королем, они не теряют времени,
Ну, как сыграть? Ну, c5, например. Давайте я сделаю ход c5, еще один, который вот у меня не рассмотрен. Что это такое, если c5? Тогда конь c3 шах. Тогда конь c3 шах, бить на a5 не имеет смысла, потеряется пешка, стоящая на поле c5. Если сыграть вот сюда, тогда конь d5 неприятно очень. И на король c6, конь b4 шах. Ну, а если идем на b5, тогда можно даже и конь c7 сыграть. Потом, если король c6, то конь e6. То есть получается ничья, все равно никак белые на король b6, конь d5, разумеется. Вот. Если слон b1 сыграть, пококетничать вот так, тогда и вот так вот сыграть, тогда теряется слон и ничего не получается. То есть конь c3 это шах. То есть слон b1 это просто под шах белые подставились, в данном случае белые. А если король бьет a5, тогда то самое, о чем я говорил. Вот избежать такой блокады, не отдав ни слона, там, ни пешки, белые не могут. А это ничья. Король c5, потом конь b4. И что важно, белые не могут загнать черных в цепсванг, то есть лишить при короле на c5 и коне b4 черного коня всех полей для отскока. А полей таких у черных это a6, c6, a6, c6, a2, d3 и c2. Но если слон караулит, отнимает поля a2, c2 и d3 при коне на b4, то поле c6 доступно все равно для черного коня и получается ничья. Это в случае хода взятия на c5. Это очень важный момент. А если сыграть король бьет опять, тогда ну вот так вот преследуем соперника, играем конь c6, теперь уже поле d6 доступно для черного короля, поля по линии c, ну как играть? Опять же, пристать к пешке на c5 и белые не могут своим слоном никак, если черные гуляют вот по этой диагонали. Скажем, король b6, слон стоит дальше, а не король d6 из-за хода слона f8. Вот. А слон g1 и ничего сделать нельзя. То есть вот атаковать эту пешку не получается белым слоном переброситься куда-то. Ну, давайте попробую там перебросить его на А7, скажем, вот так сыграть. Тогда король d7. Белый слон уже ушел. То есть единственная возможность для белых выиграть эту пешку, это сыграть, ну, скажем, слон b8 или там король b5, потом перевести через поле b8 своего слона. Скажем, слон f2, слон b8. Вот осуществляю этот план. Слон e3. Можно еще там улучшить позицию вот таким вот образом. Король e7. Ну и, скажем, атаковали отсюда вот эту самую пешку, стоящую на c5. Тогда король d6 защитили. Все равно отбросить дальше с поля e7 невозможно этого самого черного короля. Черный ходит слоном по диагонали, вот по этой, держит пешку c5. Если слон a7, то король d6, а иначе, если как-то по-другому белый маневрирует, то черный слон маневрирует по диагонали d4, g1, и никак усилить позицию невозможно, разве что взять на b4 и получается тогда ничейный разноцвет. Если перевести слона куда-нибудь на e1, забрать на b4, то получается ничейный разноцвет после король d6. Тоже важный момент. Не слишком оригинальный, но имейте в виду, что это ничья. Вот. Ну, а если сыграть не король b6, там, а слон d2, вот то, о чем я говорил, то вот этот разноцвет, он ничейный, потому что никак не прорваться. Если слон e4, то просто встали вот сюда. Но слон d5. Зачем слон d5? Потому что если сыграть король e4, то король c5. А тут слон e1 и блокада. Блокада на поле b4. Если король a5, тогда вот такой ход. Если вперед пойти пешка, висит пешка на c4, а иначе слон e1 и опять же блокада. И наконец, если король c3, то шах с тыла и слон b4 и снова блокада по черным полям. То есть вот ход опять делал этюдную ничью. Ход трудно находимый, тем более за спиной уже за плечами столько сделанных ходов, столько обойденных мелких ловушечек, хотя черные сами создали себе трудности определенные психологические, но они сыграли конь b4, и это уже не то, потому что здесь черные не успевают сделать то, что они успевали там. Опять они играют здесь, вроде бы то же самое. Но не то же самое, поскольку теперь слон бьет c5, размен, ну и оказывается, что выдержать, то есть установить блокаду на поле c5, укараулить так белые их фигуры, чтобы в ответ на король бьет опять было король c5, здесь не получается. Ну, король d7, теперь, ну давайте сделаю этот условный ход вот такой вот. Здесь важно, что белая пешка легко очень идет вперед. Белые могут не торопиться со взятием пешки, стоящей на поле А5, а просто сыграть слон Е4, потом двинуть пешку, стоящую, идущую по линии С, и черные бессильны что-либо предпринять, поскольку блокада на поле С5 неосуществима ни конем, ни королем. Если здесь конь С6, тогда просто слон Ф5, потом С5, потом там дали какой-нибудь шаг и перешли в выигрышное пешечное окончание. Белая пешка С проходит ферзи. Но если король С8, как было в партии, то король бьет А5, король b6, и здесь просто Пинтала Хари Кришна признал себя побежденным, потому что все самое хорошее, самое прекрасное в этой партии осталось у него позади.
Он проиграл, проиграла его команда, а команда, сборная команды Армении продолжила лидировать на этом турнире. Давайте посмотрим, какой счет и кто с кем как сыграл. Вот. Итак, Армения, Индия 1, 2.5-1. Габриэль Саркисян выиграл Пентару Хари Кришны. И три другие партии между Грантом Меркумяном и Сантошем Ледитом, Самвелом Терхсакяхьяном и Арджуном Эригайси, а также Робертом Ванесяном и С.Л. Нараняном или Нарананом, я уж не знаю. То есть это не армян. Я думаю, что этот индийский шахматист не имеет армянских корней, хотя его фамилия чем-то напоминает армянскую. Тем не менее, вот такой результат. И давайте взглянем, как закончились другие партии 8-го тура на соревновании мужчин. Сборная команда Армении выиграла у Индии 1. Сборная команда США была разгромлена командой Индии 2. 3-1 в пользу Индии 2. Узбекистан выиграл очередной свой матч на эту трассу команды Германии. Правда, не 4-0, а всего лишь 2.5-1. Казахстан уступил Азербайджану. И сборная команда Азербайджана, которая воспринималась как одна из сильнейших, но неудачно начавшая соревнование, постепенно восстанавливает свои позиции и, может быть, ей удастся включиться в борьбу за медали, тем более, что сборная США сейчас выглядит не очень убедительно. Нидерланды или Голландия выиграла Венгрии, Иран выиграл Франции, тоже такую неожиданность маленькая. Ну, за Францию, вы знаете, не играют ни экс-иранец Алиреза Фируджа, ни Максим Вашхерограф, поэтому команда Франции сейчас такая более-менее средненькая. И команда Украины не смогла выиграть команды Бразилии. Что это означало? Это означало, что сборная команды Армении сохранила единоличное лидерство, у нее 15 очков, одно очко потерянное, это ничья в прошлом предыдущем туре с командой США, 2-2, остальные матчи сборная команды Армении выиграла. Правда, дополнительные показатели, коэффициент за напор на Бергера у нее не столь высок, но все равно 199, а главное 15 очков. По пятам армян преследуют сборная команды Индии и Узбекистана. Благодаря победе 3-1 над командой США, сборная команда Индия 2 опередила по дополнительным показателям, пусть и на полкопейки, команду Узбекистана, но тем не менее делят второе и третье места. Команда Нидерландов имеет, как Иран и Азербайджан, по 13 очков, а все остальные, в том числе и команда Соединенных Штатов, идут где-то позади. У команды США, напоминаю, всего лишь 12 очков после этих сыгранных туров. Итак, кто с кем играет, встретится в очередном туре? Это довольно любопытно. Перед началом записи этой программы у меня результатов этого пэринга не было, но сейчас, я думаю, они уже появились. И действительно, они появились, но, собственно, кое-что легко было предсказать и без, так сказать, официальных данных. То есть то обстоятельство, что команда Индия 2. Так, это что такое? Это у меня женские? Нет, это не женские. Да, ну понятно. Команда Армении сыграет с командой Узбекистана. Вот, Армения и Узбекистан. То есть две команды, наиболее ярко, на мой взгляд, проявившие себя из числа тех, кто не относился к фаворитам, играют между собой. А почему Индия 2 Азербайджан? Потому что матч с участием сборной команды Индии организаторы выводят на первые столики. Причем обычно, я считал, что по определению эта команда, конечно, Индия 1. Но Индия 1 куда-то съехала глубоко вниз, а матч Индия-Азербайджан, он такой вот полуцентральный. Индия-Азербайджан, Нидерланды-Иран, Греция-США, ну, Литва-Германия и так далее. Не буду все эти результаты, все эти матчи показывать, рассказывать о них. Теперь перейдем коротко к соревнованию женщин. Оно не столь интересным оказалось. То есть матч, который мог очень сильно повлиять на борьбу за первое место. Ну, после, давайте вспомним, что на турнире женщин после 7-го тура было вот такое вот положение. То есть Индия лидировала, выиграв все матчи, 7 из 7. Команда Украины, Армении и Грузии имели по 12 очков, и в очередном туре встречались, разумеется, Индия с Украиной, поскольку с Грузией уже Индия сыграла и выиграла 3-1, а Грузия с Арменией. И результаты центральных поединков следующие. Индия с Украиной. Сказать, что матч был скучный, я не могу. Матч был напряженный, но ничего сверхдраматичного не происходило. Ну, в частности, Мария Музычук как-то импровизировала немножко позиционно, пожертвовала пешку. В один момент Кумпикандера могла получить шансы на победу с помощью очень тонкого удара. Прошла мимо этой возможности, после чего позиция упростилась и была зафиксирована ничья. Анна Музычук рискованно разыграла дебют, немножко рискованно, позиционно пожертвовала пешку. Потом всю остальную часть партии мучилась, защищалась без пешки. Объективное спасение у нее было, она защитилась, получилась ничья. Ну и Анна Ушенина пыталась что-то такого добиться, поставить проблемы. Кое-что у нее получилось, но реальных шансов на победу не было. Короче говоря, все четыре ничьи и 2-2. Ну а в другом матче лидеров
Команда Грузии разгромила сборную команду Армении со счетом 3,5 на кулачка. В этом ничего неожиданного нет, потому что, конечно же, команда Грузии номинально, существенно сильнее. И вот вы видите по доскам, вот так вот все это произошло. И таким образом, после 8-го тура на турнире женщин, команда Индии сохранила единоличное лидерство, у нее 15 очков, довольно высокие дополнительные показатели. У команды Грузии 14 очков, она сократила отставание. А команд Украины, Польши, Болгарии, Казахстана и Монголии под 13 очков с разными дополнительными показателями. Но дополнительные показатели команд Украины и Польши весьма высокие. Они превосходят дополнительные показатели команды Индии. Иными словами, если вдруг команду Индии одна из этих команд догонит, Украина или Польша, то у этой команды появится, ну и команда Грузии может просто опередить, конечно, индианок. То, если это произойдет, то шансы на то, что интрига в борьбе за кубок Веры Менчик появится, возобновится, какая-то есть. И вот очень существенно, на мой взгляд, то, что в очередном туре команда Индии, лидер турнира единоличный, встречается с командой Польши. Команду Польши, напомню, возглавляет Алина Кашлинская, экс-москвичка, которая уже давно достаточно вышла замуж за Радослава Войташака, сменила затем спортивное гражданство свое. Сейчас возглавляет команду Польши, команда крепкая. И в принципе я не исключаю того, что в этом матче могут произойти какие-то неожиданности. И в пользу этого обстоятельства говорит что? То, что, конечно же, два своих главных испытания индийские шахматистки прошли, все у них замечательно, то есть прошли сборные команды Грузии, обыграли ее, и команду Украины, вроде бы открыт прямая дорога к чемпионству, к завоеванию Кубка Веры Менчик, но до этого еще далеко, во всяком случае нельзя проигрывать команде Польши. Ну а сборная Украины сыграет с командой Грузии, это стыковой матч, непонятно за какие, но я думаю за те или иные комплекты медалей. Ну что ж, на этом наш сегодняшний выпуск, посвященный сражениям, которые проходят в эти дни в Чинае на 44-й Всемирной шахматной олимпиаде, заканчивается. Я по традиции, перед тем, как проститься, призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал этого ранее, ну и, разумеется, обыгрывать своих соперников, и скоро вы играете с ними в шахматы в очной или заочной форме. А пока, до свидания.